Я рада вас всех приветствовать на торжественной церемонии бракосочетания двух молодых и любящих друг друга людей, которые решили создать свой семейный союз и идти по жизни вместе. И под ваши бурные аплодисменты на торжественную регистрацию приглашаются Хуболов Аслан и Джапуева Люаза. I wanna feel this way longer than time. I wanna know your dreams and make them mine. I wanna change the world only for you. All the impossible I wanna do. I wanna hold. Дорогие молодожены, в жизни каждого человека бывают торжественные, незабываемые события. Сегодня у вас именно такой день. Этот день станет началом той пути, по которому вы теперь пойдете вместе, деля пополам все радости и печали. И перед тем, как зарегистрировать ваш брак, я обязана спросить, является ли ваш брак обоюдно искренним, желанным и свободным? Готовы ли вы создать крепкую и дружную семью, быть опорой друг другу и дать достойное воспитание вашим будущим детям? Я прошу ответить жениха. Ваш ответ, невеста. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, в присутствии ваших родных и близких, ваш брак торжественно регистрируется. Прошу подойти и скрепить свой семейный союз с подписями. Поддерживаем молодых бурными овациями. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of Bali? We'll forget. Я прошу подойти свидетелей. In his jealous sky as we lie in fields of gold. Like a lover's soul upon the fields of Bali. Обручальное кольцо — символ бесконечной любви, которая не имеет ни начала, ни конца. И сейчас, следуя красивым старинным традициям, в знак любви и супружеской верности, я прошу молодых обменяться обручальными кольцами. Июня 2021 года в полном соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации отделом ЗАГС ваш брак торжественно зарегистрирован. И в силу предоставленных мне законом полномочий я объявляю вас мужем и женой. Thank you.
уважаемые Аслан и Лиуаза. Разрешите вас поздравить с этим знаменательным, прекрасным, незабываемым днем вашей жизни и вручить вам первый семейный документ – это свидетельство о заключении брака. Я его прошу хранить и беречь, потому что с ним вы неоднократно будете приходить за свидетельствами о рождении ваших будущих детей. Дай Аллах, чтобы у вас была полная семья, где были мама, папа и дети, чтобы вашу семью приводили в пример только с хорошей стороны. Любите, цените, уважайте, уступайте друг другу. Я вам желаю терпения и мудрости, и тогда ваш дом никогда не покинет семейное счастье. Пусть те чувства, которые вы друг другу испытываете, чтобы вы пронесли через долгую вашу совместную жизнь. Любите, берегите, цените своих родителей. Отнеситесь к ним так, как вы хотели, чтобы ваши дети отнеслись в старости к вам. Аслан, испокон веков на Кавказе мужчина является главой семьи. Хочу вручить это свидетельство вам, чтобы вы с честью и с достоинством прошли по жизненному пути, чтобы к вашему свидетельству о браке почаще и почаще прибавлялись зелененькие свидетельства о рождении детишек Хубуловых. Люаза, я вам желаю, будь достойной продолжательницей этого рода. Люби, цени и почитай его родителей. Будь в этом доме такой же дочкой, чтобы они полюбили тебя. Бүгүн этилгенишигиз оорлуш болсун. Аллах бир-бириңизден айырмасын. Жүрөгүңүздөн жакшы муратларыңыз бар эсе да, Аллах аларды толтуруп сизге берсин. Намыслуу болуңуз, насыплуу болуңуз. Жолуңуз кең болсун, узак болсун, арий болсун. Добрый путь, мои дорогие, и будьте счастливы. Уважаемые гости, только что на ваших глазах образовалась молодая, красивая, и мы будем очень надеяться, самая счастливая семейная пара Хубуловых. Поприветствуйте и поздравьте молодых.